думаю, что вы не ошибетесь, если скажете, что это Шарапова. Туда, подальше, подальше. На подачу. Брейк в предыдущем гейме выводит ее в лидеры. Брейк — это гейм, выигранный на подаче соперницы. Но я почему, вот уж извините, специалиста тенниса так акцентирую, потому что совсем недавно я получил замечание. Причем не просто замечание от человека, мало сведущего в теннисе, а именно от человека, разбирающегося в теннисе, от судьи, который постоянно обслуживает матчи Кубка Дэвиса. У Шараповой. Конечно, такую комбинацию проигрывать было бы обидно. Обидно. Упустила Маша. Попадет. Не было попытка неудачная сыграть укороченным мячом. Вот так, вот так. Попроще, но... Эту Шарапову перекроют. Такой высокий. Вот это Шарапова. Вот один. В середину. Бросил. Что ушел психологически давить на соперницу. О, еще как. Вот здорово. Вот здорово. Уже чувствовалось пупа. Вошла в мяч. Левой рукой сыграла Шарапова. Хороший, хороший обратный кросс. Еще один. Уже...
Ой, молодец. В общем-то, все правильно она поняла в этой игре. Здорово. Просто здорово. Периодически натыкается на мяч, но пока все было играть. Рано тут публика вмешивается. Трудно. Молодец. Наверняка большинство любителей тенниса не знают. Тренеров у нее было, но в ее становление мастерства, основная, конечно, заслуга Виктора Николаевича Нечука. Он много вложил труда в нее. А сейчас и последнее время она тренируется у Евгения Александровича Манюку. Счет как 75% попадания первым мячом у Шарапова. И противоход. По прямой. Нет, не стала играть. Анабель Медина Гаригис, испанка, выиграла второй сет у Кириленко. Там по сету 6. Психологически подавила соперницу Марии Юрьевны Шарапова, экс-первая ракетка мира. Но играть с ней действительно тяжело. Обратите внимание на рост девушек. Почти одинаково.